Они поют о том, как прекрасна родная земля, но не красна изба углами. Все, что есть в мордовской национальной кухне, в этот день представлено на одном большом столе. Мастровань тунда – по-настоящему народный праздник, весна матушки земли, который дает благополучие и пропитание. Это у нас пачалкши называется. Вот, пожалуйста. Блинка, начинка мара. Салведь – это окрошка. Дабаукс. Это картошка, мятое пюре, но испеченное в духовке. В Доме дружбы народов сегодня многоцветие национальной одежды. Мордовский костюм в начале прошлого века становился фаворитом модных показов в Париже, сегодня снова актуален и на празднике, и на работе, и в поделках народного творчества. Куклы-обереги Василий Пичугин привез из Мордовии, и булава теперь уже не холодное оружие, а скорее сувенир. Люди любят красоту, она красивая. Это дерево из мордовских лесов. Это липа. Праздник национальный, мордовский, но по традиции отмечают все вместе. В Самарской области десятки национальных диаспор, и на сцене поздравления звучат на разных языках и наречиях. У всех народов, которые вот проживают в Самарской области, у всех есть традиция весной отмечать такой праздник. Благодарить нашу землю, друг друга, благодарить небо, солнце, что мы есть и что они нам дают возможность вот такого нового раскрытия. Вот рядом чуваши, чувашская организация, у них такой же праздник. У осетин тоже сегодня праздник. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».